Цветет и пахнет абрикоз. Весна бушует, так и надо. А у меня один вопрос, а у меня один вопрос. Где ты живешь, моя отрада? Весной, девчонки, как цветы. Нарядны пахнут и красивы. Их платье словно лепестки, их платье словно васильки, и голову мою волнуют. К тебе я смело подойду, та-да-да-па-па-па-па-па. Смущение пряча за улыбкой, и за руку тебя возьму, твои глаза я загляну, и это будет не ошибкой. Цветет и пахнет абрикоз, и белый цвет подобен снегу. Весной волнует нас любовь, весной волнует нас любовь, и это здорово, ей-богу. Весной волнует нас любовь, весной волнует нас любовь, и это здорово, ей-богу. Так, что тут у нас? Что тут у нас? У нас подписчиков 20 933. Так. Почитаем комментарии. Костя Остапенко что-то тут пишет про цинк. Сократить время болезни почти вдвое, до 43%. Так, та-да-да-да-да-да, цинк-цинк-цинк-цинк, витамин С. Та-да-да-да-да-да-да-да. Ну что, Катя? И принимать, значит, далее витамин С по 6-8 грамм в сутки. Цинка не менее 70 миллиграмм в сутки. Это узнать лицо болезни. Что я вам хотел бы сказать кратенько по этому поводу? Все это хорошо. Это, можно так сказать, какая-то одна сторона и даже небольшая сторона лечебного процесса, скажем так, это снабжение организма всеми необходимыми веществами. Но, как практика показывает, одного этого мало, что-то еще есть такое есть, которое может сразу оборвать болезнь. Может не сразу оборвать болезнь. Но есть разные вещи. Так, Дмитрий Бондарев, не понял, а вы чего, бывает, болеете, что ли? А я же такой человек, как и вы, болею. Если бы я не болел, я бы вот этим всем не занимался. Просто-напросто, понимаете, не занимался. Я не понимал бы, что такое болезнь? Ну, короче, я там объяснил, почему, что.
Так. Та-ра-да-дай, да-ра-да-дам, та-ра-да-да-да-та-да-дам, та-ра-да-да-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-ра-рам, да-ди-да-дай, да-ра-да-да-дам, та-ри-да-дай, да-та-та-там, та-ра-да-да-да-та-та-та-дам. Что я тут еще ищу? Вот как раз я выставил такое маленькое видео, библиотека, автор Балахов. На моем канале, я уже как-то говорил, что это канал, на котором я рассказываю о себе, о своих увлечениях, что у меня тут получается, что тут у меня не получается. Вот, например, ослаб после разного рода перелетов, бессонных ночей. И как раз я добирался, смотрите. И какой-то рейс неудачный с Каменска, Ростовская область. С Ростовской области самолет не летит в Екатеринбург. Надо доехать поездом. Поездом доехал, потом, чтобы удобный какой-то рейс был, надо было ждать. То есть в аэропорту, где много-много там народа. Ага, подождал, полетел, прилетел в Екатеринбург. Время такое, какое-то ночное уже. Здесь у нас плюс влажность, с плюса влажность, Ростовской области я имею в виду, да и в Москве примерно такое же. Я прилетаю там где-то минус 10, а когда улетал, было даже минус 17. Опять общение с людьми, с разного рода. Обмен микрофлорой. Не забывайте об этом. Когда мы с вами общаемся, то хотим мы того, не хотим. Во время дыхания. Да вообще за нами тянется шлейф разного рода микрофлоры. Поэтому будьте осторожны, вообще-то. Вот, общение, после общения, опять самолет. Самолет какой-то неудобный, я всю ночь не спал. Всю ночь не спал, потому что вот он так вот как-то, надо посадку сделать, потом во сколько там, в 4 часа вылетаем, в 6 прилетаем в Москву, 6 там что-то, 2 часа разница между Москвой, опять что-то там. Короче, остается рано утром. Поезд у меня. Рано утром. Поезд у меня. Вечером. 18:30 или 40. Надо весь день где-то в Москве остановиться. Я остановился на Павелецком вокзале. Снял номер и там вот спал, отдыхал там до 4 часов, там покушал, то все. Потом на Казанский поехал. То есть вот такие вот вещи для человека, которому уже идет 66-й год, они сказываются. Вот я, например, перед тем, как поехать в Прагу, в Праге тоже у нас крайне какие-то неудачные рейсы. И ночь не спал, и прочее, прочее. Ну вот, перед Прагой у меня была форма, что я 80 килограмм жал в 5 подходах полностью. Где-то там по 6 раз. А в последнем я выжал на 8 раз. И мог бы и на 10. То есть формяк, я думаю, вот сейчас я там в Праге отдохну, приеду, как тут, жиману. После Праги, опять-таки, я не поспал, там какая-то кровать неудобная была, там не совсем то, что там, как бы сказать, хотелось. Ходьба, матьба, там вся это там такое, смотрел. Приехал, как будто меня спустили. Ту энергию, которую набрал, силу, все, знаете,
Все, куда-то. Я до сих пор, ну, сейчас я еще тем более и нахожусь на стадии выздоровления, я не могу приблизиться к тем результатам, которые у меня были. Вот так все ушло. Так, это я подробно рассказываю. Значит, с возрастом все это слетает очень быстро, восстанавливается гораздо медленнее, чем это там в 40, а тем более в 20 лет, когда раз-раз все и побежал. Вот все это сказывается на здоровье. Далее, вот у нас тут вопрос был такой, как там лечиться от трихомонады. То есть для того, чтобы вот найти, как лечиться от трихомонады, хотя до этого спросил, так сходите к медикам, пусть там они же ж начинают все это дело, они ж специалисты. Ну, специалисты не помогли. Вот я хочу, чтоб вы мне ответили. У человека что-то не получается, вот он спрашивает у меня. Я знаю, что такие методы у народной медицины, естественно, есть, как и у этой официальной медицины. Вообще, лучше так сказать, что это лечится. Как лечится, чем лечится, это уже надо смотреть. Помимо того, что надо смотреть, это надо еще пробовать. То есть подобрать вот тут рецепт именно для себя. Кому-то помогает, кому-то не помогает, но тем не менее, метод есть, надо искать. Поэтому я сначала вроде как к врачам. Мне ответили, что врачи уже пробовали. Я, значит, сказал, что вот, поищите в моей библиотеке. Ну и кто-то там ответил, что вот лучше бы не этот человек, а другой, что лучше бы вообще там на этот вопрос не отвечали. Вот смотрите, я сейчас еще в библиотеку добавил следующие книги. Давайте-ка мы их откроем. Да, моя личная библиотека. Так вот, смотрите, на эту мою личную библиотеку, чтобы ее сделать, я потратил, ну, будем говорить, несколько лет своей жизни. Это труд. Большой труд. Здесь вот имеется на сайте статьи. Нажимаем на статьи. Статей выходит 1079. Это вот статьи. 1079. Значит, тут есть поиск. Трихомонад. А трихомонад, что мы так? И у нас выскакивает, смотрите, очищение трихомонады до микоплазии с помощью полыни. Можно? Можно. Что как? Далее, клюква. Можно? Можно. Далее, о постах статья. Можно? Можно. Информация о фитонцидах, в которых рассказывается, какие действует эффективно против той или иной трихомонады. Можно? Можно. Эффективность рачатки от трихомонад. Так, письмо, как оно есть, там тоже что-то там такое от трихомонад. Потом женские рецепты. Опасные бактерии в больнице. Как узнать, есть ли у вас паразиты, вагинальные инфекции
И даже далее полезно ополыни ее видах, очищение организма от простейшей инфекции. То есть вот оно. Пожалуйста. Человек заходит, у него есть проблема. В данном случае трихомонада. И пошел. Из этих статей уже читает все. И начинает пробовать. Начинает там с простейшего, с полыни там. Пошел дальше. Вот. У меня как-то слов не хватает. Помимо того, что, понимаете, это надо найти, собрать, обработать. И вот так вот выдать бесплатно. А у меня все одно что-то тут, знаете, с деньгами не особо так и подмывает все это сделать платным. Человек, пожалуйста, входит и находит, и далее действует. Так, далее, у меня есть библиотека. Нажимаем на библиотеку. И в эту библиотечку я вчера сидел и вставил книги. Вернее, не я вставил, а я подготовил для того, чтобы их вставить, потому что мне надо просить человека. Хорошо, что он деньги не берет, но тем не менее, за сайт, за там аккаунты, за там какие-то там еще там, это-то там, надо платить деньги. То есть я плачу деньги за вас, для того, чтобы вы могли воспользоваться моей библиотекой бесплатно. Добавлены книги «Все о запорах», «Здоровье позвоночника», «Лечебное раздельное питание». Уникальная книга «Лечебное раздельное питание», потому что здесь я собрал методы, которые непосредственно разработали врачи, или можно сказать специалисты по питанию, которые сами столкнулись с той или иной проблемой и ее решили с помощью пищи. И потом создали ту или иную систему. И вот это я все опять-таки собрал, обработал, изложил. Уникальнейшая книга «Лечебное раздельное питание». Далее, все спрашивайте об онкологии. Вот она, онкология. Я ее тоже выложил. Здесь вы можете познакомиться с различными методами лечения онкологии. Народные, но в основном это народные методы. Тут нету химиотерапии и так далее. То есть одно и то же, вернее, на одну и ту же болячку можно воздействовать разными. Ну и, допустим, грубо говоря, если воздействует там химиотерапия, это там яд, то, допустим, в той же народной медицине есть яд там болиголова, тоже воздействует. Что, что, как описано. Но применяется вот это, по крайней мере, вы знакомы будете с информацией, что такая есть информация, лечению с помощью питания, лечению, допустим, онкологии с помощью там вот этих средств, которые там изложены. Но вот как врач, начиная лечение, он берет ответственность на себя, так и вы, если вы решаетесь воспользоваться вот такими вот методами, которые нам остались от предыдущих поколений, вы должны взять ответственность на себя. А для этого вообще вы хорошенько изучить все. Потому что разные частности бывают, чтобы не искать виноватого. И, наконец-таки, мандалы. Это технология будущего, которая пришла к нам из далекого прошлого. Наш главный рабочий инструмент – ум. Именно с его помощью можно извлекать самые разнообразные блага из безграничной кладовой вселенной. Одна из таких книг, разные там есть раскраски там. Вот. И вот в том числе есть раскраски, которые называются раскраска мандал. Что такое собой представляют мандалы? Итак, я вставил 1, 2, 3, 4, 5 новых книг. Мне хочется вот это вот подчеркивает вот это слово бесплатно, бесплатно, даром. Но тем не менее, заходите, смотрите, читайте для вас. Удобно, неудобно, это уже другое там дело, удобно, неудобно. Вообще такого не было. А потом еще, понимаете, вот дай человеку, а он потом тебе еще говорит, да мне неудобно читать, мне надо вот такой вот, вот всякой вот. Ну так сделай себе удобно, я-то сделал. Далее у меня газета
Раз, нажимаем на газету. Опачки, газета вывалилась. Начал ее делать с середины 2010 года, как только ушел с Первого канала. И сделал полностью до 2017 года. Полностью. Дальше я перестал работать. То есть мне хотелось почувствовать себя газетным магнатом. И вот я один вот это вот все сделал. Вначале мне там помогала верстальщица. Ей надо было платить, и я платил. И потом, когда мы расстались с ней, она мне написала, что, говорит, Геннадий Петрович, с вами очень было приятно иметь дело, потому что я делала свое дело, за которое получала ту оплату, которую хотела, и была довольна. Дальше я уже стал не в состоянии это все ей платить, и стал сам верстать последние газеты, там, по-моему, 16-17 год, это сделаны мною самим. То есть я могу сам все это делать. Книги, которые вы там в библиотеке, тоже это я сам сделал, там, ну, за исключением некоторых. Значит, в этой газете опять-таки есть уникальные статьи, которые даже в те статьи 1070 с хреном не вошли. Непосредственно по болезням, непосредственно статьи по разного рода травам, по методам лечения и многому-многому другому. Пожалуйста, заходите, читайте, смотрите, интересуйтесь. Я огромное количество времени потратил на все это. Мне самому сейчас как-то с трудом представляется. Но по каналу вы видели, я заделал 2000, уже будет 100 видосов, автор оказался плодотворным. Главное, что что-то регулярно делать, желательно ежедневно. Тогда что-то будет получаться. Вот сейчас я сижу, у меня тут куча книг, всего этого. Сейчас я начну опять больше заниматься не каналом, а больше заниматься книгами. Это уже для меня, для себя, для самообразования. Плюс мне сейчас должен тренажер там прийти, вот это вот изодинамическая гимнастика, будем пробовать, ну и прочее. Время осталось мало, моя жизнь подходит к концу. Мы ее не ценим, каждый, значит, свое там время. А вот чтобы кто-то тебе что-то нашел. Я уже опять-таки, вот не говорю, что там бесплатно, потому что я уже устал на кого-то там трудиться. Я хочу, и всегда стремился вот работать на себя. Будут деньги, не будут деньги, но мне это было интересно. Вот как сейчас почувствовать себя, знаете, газетным магнатом я уже себя прочувствовал. И знаю, что я могу эту газету сделать. А если небольшой коллективчик будет, столько планов. У меня есть вот канал. Я сейчас вот так сказать наслаждаюсь тем, что примерно вот можно так сказать, и Константин Львович Эрнст, у него есть первый канал. Величина он там делает, то есть все, 5-10. А у меня есть свой канал, вот такой вот махонький. Но здесь я хозяин. Хочу кого-то там, увольняю, хочу кого-то там, беру. Ну, в смысле, я работаю один, увольняю, это не понравились мне разного рода высказывания, там спорщики. Насчет этих споров. Ну и что, что мы там спорили, что там мы это, что вы там, что-то там предложили, понимаете? Когда я прошел через, допустим, очистительную процедуру, тоже чистку печени, и я знаю ее эффективность, понимаете? Несмотря на то, что что-то выходит, что-то не выходит, что-то это, я знаю ее эффективность, полезность для себя. Что они предложили, что спорили, это не так, это не сяк. Ты действительно не червонец и всем нравиться не будешь. У каждого свое какое-то мнение, свое какое-то там это. Одному там просто ты нравишься, он в тебя влюблен, а другой там даже голос твой не может, даже фамилию твою не может на дух переносить или на слух переносить. Я не намерен тратить свое время на поиски. Особенно, если что-то тратит. Вот что я знаю, и когда я там читаю, я могу сразу там сказать. А что я не знаю, то можно, естественно, действительно посмотреть. Но это можете сделать и вы. И причем, знаете, не просто там в интернете, а вот уже готовое место. И вот канал с сайтом, с библиотекой, со статьями,
с книгами, с газетами. Это все я делал и могу дальше все это делать. Он для вас поможет. Я сейчас еще подготовлю некоторые свои книги. То есть я как-то думал всю эту библиотеку вывалить. Потом думал остановиться на том, что это. Ну, вижу, и этого даже мало. Надо вот непосредственно мне на блюдечке с голубой каемочкой дать. Ну, что сказать. На этом пора и заканчивать. Дело идет к обеду. Так что будьте самостоятельны. Сложить жизнь как красивую мелодию, чтобы она вам нравилась, и вы ее напевали, как я. Цветет и пахнет абрикос, весна бушует, так и надо. Хочу заняться музыкой, все это там такое вот. За каналом времени нету. Чтобы ее сложить, надо приложить немало усилий. В первую очередь, самообразовать себя. А потом уже действовать. И тогда не надо будет там особо куда-то там заглядывать, что-то там еще делать. Кстати, вы можете воспользоваться моей вот этой библиотекой как своеобразным курсом по подготовке специалиста здорового образа жизни. Также специалиста по народной медицине. И далее, если я еще тут с травником хорошенько позанимаюсь, и как специалиста по травам. Далее у меня есть и наработки по психологии, и вы будете как там инструктор по психологии. Далее, по питанию, ой, там, по голоданию и прочее, прочее. Ладно, не буду. А чтобы не быть голословным, сами заходите, смотрите и убеждайтесь, что, знаете, тут не ля-ля, а дело. Можно много говорить, дайте мне то, а на поверку человеку дали, а он ничего не сделал. А вот мне ничего не сдали, а я, видите, сколько сделал. Можете подумать над тем вопросом, как бы мне помочь. А почему бы и нет? Цветет и пахнет абрикос.